Элементарные единицы – это структура или объект, закономерные явления которых, обозначаемые как элементарные явления, составляют специфический для соответствующего уровня вклад в процесс сохранения и развития жизни. Элементарная единица на молекулярном генетическом уровне – это ген. Ген – это фрагмент молекулы нуклеиновой кислоты, в котором записан определенный объем генетической информации. Элементарная структура клеточного уровня – это воплощение биологической информации в конкретные процессы жизнедеятельности, требующие специальных структур, энергии и разнообразных химических веществ. Элементарные явления на клеточном уровне – это реакции клеточного метаболизма. Элементарная единица организменного уровня. Особь в ее развитии от момента рождения до прекращения существования в качестве живой системы. Элементарные явления на организменном уровне – это закономерные изменения организма в онтогенезе, то есть в индивидуальном развитии. Элементарная единица популяционно-видового уровня – это популяция. Популяция – это совокупность особей одного вида. Элементарные явления на данном уровне – это действие на генофонд популяции эволюционных факторов элементарных, таких как мутационный процесс, колебания численности особей и естественный отбор. Что приводит к эволюционным значимым изменениям генофонда? Единица экосистемного уровня – это биогеоцинозы. Биогеоцинозы – это динамические, устойчивые во времени сообщества, располагающиеся на одной территории, исторически сложившиеся. Биосфера – это объединенные на планете в единый комплекс биогеоцинозы.